Я тоже буду прыгать через нее. Давай. Опа! Тихо, аккуратно, стекло. Давай, где там еще бревна у нас? Посмотрим. Ребят, всем привет, всем добрый-добрый утречко. Тихо-тихо, не беги туда. Стой. Тут маленькое болотце. Сейчас, тихо. Давай ручку я тебя буду держать. Не надо, а то бревно скользкое, Дим. Скалолаз мой. Тихо. Давай ручку. Не бегай, видишь, кашлять начинаешь сразу. Опа. Нет, туда нельзя, там глубоко. Давай, проходи вот тут по дорожке. Давай руку. Опа. Тихо, тихо. Потихонечку, не торопись. Не торопись. Тихо, спрыгивай, там стекла. Давай, взяла. Все, вот сюда спрыгивай. Опа, пойдем дальше. Так, вроде полосу препятствий прошли. В общем, сейчас с Димой идем в лес гулять. Мы, в принципе, уже в лесу. Просто на полянку сходим с ним. Он там мог нормально побегать. Там у нас более-менее чисто, чем здесь возле домов. Здесь он какие-то бутылки везде разбитые, валяются. Ужас, блин. Вот так, как говорю, с собаками ходят гулять, все лапы перережу, там собаки. Вот идем везде, одни бутылки биты, стекла валяются, кошмар. Не знаю, у нас вот обычно каждый год во дворе проводятся субботники, как бы пишут объявление, то, что собираемся на такого-то числа, в такое-то время. И вот эту ходим, убираемся. В этом году что-то такого не было. Дим, пойдем вот здесь. Как хорошо, что я тебе сапожки одела. Смотрите, какая грязюка у нас. Но я так, в принципе, и думала. Думаю, сейчас в лесу либо снег еще до конца не растаял, будет сыро, либо вот такое месиво, грязь будет. Дима, только не беги, хорошо, а то скользко тут по грязи. Давай аккуратненько проходи, не торопись. Не надо. Ну-ка, выплюнь какую-то пробку нашу. Выкинь пробку. Мы сейчас домой пойдем. То я, ты опять не слушаешься, маму? Иди, блин. В общем, суп мы с Димкой сварили. Ужин, правда, еще не готовил, но потом он у меня уже уснет. Что-нибудь сварганю. Вот, сейчас сходим погуляем, потому что на днях уже передают, что погода испортится, передают дожди, блин, чуть ли не всю неделю будут лить. Так что пользуемся моментом и пока наслаждаемся погодой, которая есть на данный момент. В общем, собралась сейчас помыть окна. Димку только уложила спать. Буду тихо, чтобы его не разбудить, пусть поспит. Нагулялись, пришли, пообедали, и все, он прям вырубился, набегался, напрыгался, по бревнам налазился. В общем, одену сейчас жилетку, потому что у нас такой ветер сегодня, чтобы спину не продуть. Куртку одевать не буду, в куртке как-то не очень удобно. Так. В общем, нарезала тут себе тряпочек. Вот. От наволочки. Она уже порвалась, уже старая. Я ее решила на тряпки пустить. Так, налила просто в таз теплой воды, потому что окна вроде, смотрю, не такие грязные. Так что, я думаю, нормально будет с одной водой, если помыть. Пока вот эти все растения уберу отсюда. Thank you.
к растениям, прям на солнышке хорошо, такие все расцвели у меня. В общем, сейчас помою окна здесь, в Жениной комнате, и на кухне. В маленькой комнате, естественно, пока мыть не буду, потому что там Дима спит. Муж в той комнате завтра помою. Посмотрю сейчас, пока вот здесь и на кухне только помою, и все. Ребят, ну все, окошки я помыла. Вот такие вот они теперь чистенькие. Теперь такой красивый лес через чистые окна перед глазами. Смотрите, какая красота. Прям даже и дышать как-то, мне кажется, легче стало, когда вот такие вот чистые окошки. Так, это тряпочки. Ну ладно, пусть пока лежат, потом унесу. Так. В общем, помыла и здесь окошки, и на кухне. Тихо говорю, а то Тима спит тут. Я и так как мышка тут хожу, чтобы его не разбудить. Так вот, и здесь помыла окошки. Надо, конечно, снять жалюзи, тоже их хорошенечко помыть отсюда, потому что они тоже такие, конечно, все пыльные. Но это не сегодня, потому что я сейчас хочу еще успеть на полдник что-то приготовить. Наверное, скорее всего, буду готовить оладушки. У меня, потому что осталось здесь немножко кефира и одно яйцо. В общем, утром сразу выложила 2 яйца, потому что я знала, то, что какую-то выпечку надо будет готовить, ну, на полдник. Потому что вот да, использовать где-то кефир, я дома какой-то пирог испечь, либо блинчики, оладушки, в общем. И у меня на столе лежало 2 яйца. Ну, Диме, конечно же, интересно. Он одним яйцом так хоп, об стол. Ну, естественно, оно треснуло, не успело вылиться. Хорошо, что я рядом была. Я вот его в тарелочку перелила сразу, чтобы не выкидывать. Так, сейчас
В общем, буду жарить на сливочном масле. Очень вкусно, кстати, получается на сливочном масле оладушки. Сейчас уже не буду рецепт снимать. Можешь, я часто готовлю, как-нибудь сниму рецепт. У меня есть там на канале, на кулинарном, как я готовлю оладушки. Но чуть другой рецепт, тоже хороший. Но вот это мне больше нравится. Так, мука. Муки надо бы подкупить уже прям чуть-чуть. Осталось на пирог бы. Мне явно не хватило муки. Так что будет у нас оладушки. Приготовила ужин. В общем, не заморачивалась. Сделала тефтельки. Сегодня как с Димой, сегодня уйдем гулять. Ждала, пока они мне приготовятся. Соус сделала просто томатный. Ну как соус? У меня были в банке, в общем, целиковые помидоры консервированные, свежие. И я, в общем, их блендером прокрутила. И получилось такой, как томатный сок. Прям жарко, духовка только выключила. Его надо открыть. Вот. Сейчас сходим с Димкой погуляем, приду. Ну, может, макарошки отварю и салатик, наверное, овощной сделаю котлетом. И все. Может, рис отварю. Посмотрю, у нас там немножко картофельного пюре осталось, я вчера делала. В общем, сейчас хотим с Димой съездить на велосипеде, покататься, погулять чуть-чуть. Уже давно ушли, я говорю, просто ждала, пока приготовится. Почти час в духовке стояла. Ну, так, прикроем. Так. Дима что-то там газует. Давайте. Женя, вынеси нам велосипед. На какой автобус? Я тебе когда сказала велосипед, чтобы ты нам вынес еще? А ты куда собралась? Так мы сейчас это поедем, я заеду. Закрой шкаф. А ты у меня спрашивал. Я тебе сначала спросила, заехать из Кучинки. Ты у меня спрашивал, вы гулять пойдете? Я тебе говорила, нет, это было 2 часа назад. А сейчас, скажи, мы надумали. Так что мой чай ты взял? Ну-ка, отойди оттуда, Дима не мешает. Видишь, Женя велосипед выносит. Отойди. Закрой вон лучше ящик, Женя. Ну, как бы лучше света прям сюда. Отходи. Дай балкон закрою. Вот ты, ой, ты мой молодец. Сейчас я тебе сделаю. Так. Вообще, мы уже дома с Димкой, как будто и не уходили, да, все на том же месте. Мы уже успели доехать до Тани. Приехали, оставили велосипед, Димкин рюкзак. Сходили в магазин, на самокате Дима тут покатался. Сейчас покажу, что в магазин купили. Вот Дима себе сок взял. Да? Да. Дима любит сок пить? Да. Вот он столько компота не любит, сколько соки. Так. Сок. 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 Сейчас. Поставить. Сок, сок, сок. В общем, сейчас покажу. Заходили в этот... в красный-белый магазин. Купили к чаю чокопай. 109 рублей там стоит. Водичку обычную взяла. И минералку. Женя в школу водичку взяла, маленькую бутылку. И вот такие штуки, не знаю, смотрю, вот буквально как 2 недели назад появились какие-то крекет кокосовые. 4 штучки вот такие. Там 32 или 36, что ли, не стоит. Не знаю, что-то все на них сколько ходили. Мы в красный дело косилась. Думаю, взять, не взять. И тут думаю, дай возьму.
А, ну это обычный там он печенюшки, такие пакетики порционные. Ну, он уже им в школу все возьмет одну такую. В одной пачке там вот, наверное, 4 или 5 штучек. Вот такие вот там. 4 порционные такие пакетики. Так, ладно, хоть воды купили, а то без воды прям я не знаю. Что? Теперь тебе в чашку надо перелить. Ты сам не знаешь, что ты хочешь. Аккуратно. Вот сейчас Мартяна у тебя выскользнет. Тим прям вообще любит, знаешь, что туда-сюда все переливать. Вот это вообще процесс нравится. Сейчас будем смотреть, сидеть. Ладно, Дим, давай, говори всем пока-пока. Сейчас надо салатик порезать. Овощной. И чем-то на гарнир отварю, не знаю, что правда. Говори всем пока-пока. Увидимся с вами завтра. Резинка.